В Нур-Абадском районе президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале сдал в эксплуатацию птицеводческое предприятие «Мургинуробот». Новое предприятие предназначено для производства яиц высокого качества. Здесь будут выращиваться 30 тысяч птиц. В будущем «Мургинуробот» будет иметь возможность производить 25 тысяч штук яиц в сутки и в течение года вывозить на продажу до 9 миллионов штук яиц. На предприятии используется современная итальянская технология, а подача кормов для птиц, воды, зерновых и сбор яиц налажены автоматическим образом. Птицеводческое предприятие «Мургинуробот» создано местным предпринимателем Махмадали Санговым. В настоящее время на новом предприятии 20 местных жителей стали обеспечены постоянными рабочими местами, а его конечная продукция будет представлена в первую очередь жителям города Рагун, районов Сангвор, Нуробот, Рашт, Таджикабад и Лахш. В ходе ознакомления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ценные советы ответственным лицам по развитию и расширению деятельности предприятия, а созидательную инициативу местного предпринимателя назвал достойной примера и всесторонней поддержки.